слушают, что? Сегодня в первом часу пополудни, то есть вот прям посредь бела дня, на улице Армавирской под стенами четырехэтажки за номером 22, что в завокзальных краях, на ровном месте посреди дороги заполыхал тверской одноковшовый экскаватор ТВЭКС ЕК-12 на пневмоколесном ходу, пилотируемый 49-летним экскаваторщиком Пестовым. По данным пресс-службы ГУ МВД, ТВЭКС ехал в район железнодорожного вокзала на заявку, ну, видимо, рыть то ли яму, то ли канаву. Но на Армавирской, неподалеку от перекрестка с Подгорной, случилось неожиданное. ТВЭКС задымился и вспыхнул. Дабы не быть голословным, цитирую начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых. Гражданин Пестов в результате неожиданного ЧП, к счастью, не пострадал. Госпитализация ему не потребовалась. Он пояснил, что во время движения увидел задымление в моторном отсеке, включил пониженную скорость и продолжил движение, пока резко не вспыхнул огонь. Что и отразили на видео невольные свидетели. Конец цитаты. До прибытия огнеборцев ТВЭКС успел до такой степени раскочегариться, что у него взорвались три колеса. Ну, по крайней мере, очевидцы сообщают о трех взрывчиках. Значит, четвертое колесо оказалось попрочнее остальных собратьев. Пожарные приехали, оценили площадь воспаления в 8 квадратов, да и замочили красного петуха, покусившегося на такую экзотику, как экскаватор. Вот машины в наших широтах полыхают регулярно. А вот так, чтобы на ходу загорелся колесный ТВЭКС, это, пожалуй, даже диковина. На пассажок процитирую главного в наших горах полицейского журналиста, полковника Валерия Горелых. Сейчас на месте происшествия работают представители территориального ОВД, в том числе из подразделения ГИБДД, пожарная бригада. Огонь уже удалось потушить, но маловероятно, что транспортное средство подлежит восстановлению. Моторный отсек, кабина и другие части экскаватора серьезно повреждены пламенем. Конец цитаты.